Родина болгарского перца вовсе не Болгария, а Южная Америка. В Европу его привез Колумб. Существует несколько видов перца, но только один сорт, который называют болгарский, полезен для печени. Перец – это кладезь витамина С. В нем также много калия, железа, магния и антиоксидантов, которые так необходимы для печени. Нам понадобится гречка для приготовления этого блюда. Гречку мы предварительно замочили на 6-8 часов в воде. Берем лук и мелко его шинкуем. Берем перец и убираем аккуратно сердцевину. Далее на мелкой терке натрем морковь. Возьмем зелень петрушки и мелко нарежем ее. Перец варим на медленном огне 5-7 минут. Тем временем припускаем лук. И обжариваем на растительном масле морковь. Вот так. Лук, морковь и зелень смешиваем с кашей. Все это перемешиваем. И фаршируем полученной смесью наши перцы. Укладываем их в кастрюлю. И все это тушим 15-20 минут. Подаем теплыми, заправив сметаной. Приятного аппетита! Итак, мы приготовили перец по-болгарски. Он очень вкусный и полезный. Соответствует диете «Стол номер 5» и подходит для тех, кто думает о печени. Для приготовления фаршированного перца вам понадобится сладкий перец, гречневая крупа, морковь, репчатый лук, растительное масло, сметана, вода. Приятного аппетита!